Здравствуйте, дорогие друзья, вы находитесь на канале Running Con Games, с вами Александр Мордет, мы продолжаем прохождение игры Metro Last Light. Так, в прошлой серии мы остановились здесь, мы что-то тусили с паучками, что там все шевелится, дергается. Мы там уже все проверили, поэтому поехали далее. О-ло-ло-ло-ло-ло-ло, аккуратнее, аккуратнее, ой, сколько событий, друзья. Сколько событий, сколько дел, ох. Так, все нафиг. Потихонечку едем вперед. Вот правильно едем. Да, правильно. Сраный бобик. Сейчас будет весело. А ну-ка. А я выйти из резины не могу, да? Так. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Возьму сразу дробовик, потому что не хочу брать что-то другое. Мужику мы уже не поможем. Берем новый противогаз. Берем. А что мы берем? А, фильтр, точно, да-да-да. Спать, бэбик. Здесь больше никого не будет. Вроде бы никого не будет. Ну что, давайте осмотримся. Посмотрим, где что, чё почём. Какой-то домик. Опа. Ох. Ага. Опа. Тайничок. Так. Зарядим наш фонарик. Хотя нахрен он сейчас тут нужен, ну... Оу, е-е-е-е-е! О, да, о, да, о, да, друзья, о, да, это то самое любимое оружие из первой части. О, да. Все, друзья, сейчас будем отжигать. Ну, не прям сейчас, конечно, но, думаю, придется отжечь. А ну-ка. Что тут? Ничего. Показалось мне. Так, бобиков вроде бы нет. И ничего интересного тоже тут нет. Хотя странно должно было быть. Духу, чувак. Хм. А перепрыгнуть что, нереал? Нет, нереально, походу. Ну ладно. А чё там? А, зараза. Думаю, тут ловить больше нам нечего, так что не будем тратить время. Наше драгоценное. Кто у него там пердит, идрём матрон, может хорошо же? Друзья, поехали. О, он же это двигается. Спокойно. Опа.
А нахрена мы вылезли? Ой-ой. Застрял в текстурках. Друзья, реально, нафига мы вылезли? Сколько у нас осталось? 1 минута. Давайте лучше сейчас сменим наш фильтр. Что у нас тут такого? Твою мать. Что происходит? Блин. Ё-моё. Это прикол такой, что ли? Твою мать, а. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какого хрена? Что творится, блин? Как это закончится, ё-моё? Так, друзья, у нас тут карабин. У нас тут есть карабинчик. Но нужен ли он нам? Друзья, вы как думаете, нужен? Я думаю, что нам ни хрена не нужен. Как бы прицел бы снять, честно говоря. С этого изумительного оружия. Что прицел, он, блин, как-то прям нагнетает. Ладно, пойдемте отсюда нахрен. Кажется, погуляли и хватит. И поехали дальше. Блин. Твою мать, опять что ли? Зараза, все-таки запрыгнули. Провалил я ачивку, друзья. Провалил. Ой, грусть, печаль, тоска. Тоска, я не в том смысле, что скучно. Я в том смысле, что провалил ачивку. Надо было сделать так, чтобы ни одна собака не допрыгнула до дрезины. А я ее завалил. Отвали. А, не, получил. Ю! Зашибись, друзья. Ачивка плюс. Это всегда повод для счастья и радости. А что дальше-то делать? Счастье, радость к нам приходит. Ну тут не будет нежданчиков. Там идти-то. Да блин! А-а-а, во, раздвижка-то, ядро матрёна. Ну и чё, ну? А-а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 -
Что такое? А, фильтр. Меняем фильтр. И поворачиваем. Самое главное, друзья, мы закурим сигаретку. Еще вспоминаю, курение вредит вашему здоровью. А с недавних времен будет вредить
вашему кошельку. Ах ты, зараза, давай заводись. Думал, здесь разгончик посильнее, да? Вам так не кажется? Мне так кажется. Жми на полную. Артёмка. Hell yeah. А как... Не-не-не-не-не-не-не-не-не, затормози, чё, убьёт. Ну супер. Группа Павла двигается на Третьяковскую. Она же Венеция. С опережением в несколько часов. Да и двигаются они по обжитому тоннелю. Но я их догоню. Не имею права не догнать. Ясен хрен, братюнь, не имеешь права. Зафейлил вначале, скотина. Блин, разбит противогаз. Основа нам сразу бежит. Можно подобрать, думаю. А, он такой же разбит. Ой, черт, а. Зарядим наш фонарик, потому что он уже сдох. Зарядили фонарик и... А, можно ездить на ней? Хрена себе, плюшки. Поехали. Сейчас, как я понял, будем с бандитами мутузиться. Че, давай, сейчас поехали. Давай, заводись, малыш. Умничка. Умничка. И что же мы тут видим? Мы видим что? Что мы видим, друзья? Блин, опять ломать. Ах ты, сука! Ох, ё-мо. Сучара! Потом, пацаны. Стрелять будем! У нас оружие! Ей-богу, оружие! Лениным клянусь! Да это не ГБ вроде. Форма незнакомая. Может, из наших кто? Глянь, как он стволами обвешал. Не стреляй, братишка! Мы люди мирные. У нас тут женщины, детишки. Нас не трожь, и мы не тронем. Мы беженцы с красной линии. Я тут за старшего. Командовать мне, правда, некем. Все боеспособные шли другим караваном. На полкилометра впереди. Думали, защитят нас. Если что, не защитили. На них напали. Стрельба, крики. Теперь затихло, но из наших никто не идет. Так что дальше нам пути нет. Назад тоже нельзя. Там нас только расстрел ждет. Ты, я вижу, человек бывалый. Выручи, а? Нет, нечего терять. А детей жалко. Им бы жить да жить, понимаешь? Окей, братан. Так что же мы теперь? Как же мы без них? Да может живы еще. Что ты хоронишь, старый? Давайте выйдем. Из дрезины нашей. Стрельба! Да не ссы, Капустин, ё-моё. А теперь тихо. Так, давайте позырим, что у него есть. А чего? Не идут тогда. Но придут еще. Подождем. А, так, давайте позыркаем. Может и всех. А может и того хуже. Винт 2. Куда уж хуже? Не. Там ведь и женщины были. Так, не давайте... Не знаешь ты, Яша, жизни. Эх, дай тебе бог и не узнать ее. Обмен продажа. Так что, пойдем наших выручать? Да что мы там навыручаем? Вдвоем. А пушки-то есть мы на замен? Прижали, если мы сбоку зайдем. Интересно. И возьмем бандитов в оборот. Ну давай собираться тогда. Я вам дам собираться. Все, затюнем. Баб с детишками кто охранять будет? Сделаем с глушаком. Не, давайте без глушака, давайте лучше. Вот. Вояк, как вы так. Стоим. Зачем? Зачем ты меня потащил, клинь старый? Зачем ты это сделала? Надела платье белое. И меня потащил. А теперь нам всем крышка. Из-за тебя и кузнеца. Так. Урода. Да ты думаешь, что говоришь? Андрей святой человек. Он же всех нас вывез. И многих до нас. А тюнинг, ты на него... приклад есть, все есть. Вывез как же? Бандитам в руки вывез. Откуда ему про бандитов знать было, а? Ака. Должен был знать, раз обещал. Калаш, да. Ну что, хорошо. Патронами армейскими, понятно, стреляет. Так нахрен. Магазин можно большой поставить. Давайте посмотрим, попадем. Что у нас дальше. Понадобится оружие, приходи. Окей, братья. Ты
ты вот, Яша, скажи. Да фигу, что с гушаком так вот эта пуколка. Да кто тебя, ну ладно. Богатыря взял бы. Наплевать. Погнали. Так, включаем свет. Тут нет никого. Там кому-то. Короче, брателла, давай ты первый раз выйдешь, а я пока на стене. Там кому-то помощь нужна, друзья. И мы обязаны помочь. Слышишь, казак, что ты капелишь? Я ни хрена, честно говоря, не вижу, какого хрена еще до сих пор противогазе. Помогите! Спасите! Заткнись, Мара! Заткнись, заткнись! Стасон! Давай быстрее с ней, валить уже надо! Что-то она того, не того! Это ты перестарался, Стасон! Блин, не успел спасти. Она вообще дышит! А эх, хер знает! Может, давление еще померяешь там? Лежит тихо, и лады! Ну ты... Я тебе сейчас лады, блин, не успел, блин, друзья! Черт, не успел спасти деваху! Приехала. Отдохни, малыш. Слишком много кричишь.